друзья, как говорится, проходил мимо и не мог пройти, увидел вот такое вот дымление. Смотрите, как раз в тему того, что есть такое понятие «зона ветрового подпора». Вот вы видите, как раз ветерок оттуда проходит, кровля, видите, какой формы. И смотрите, как дым. Видите, вот он то закручивается, то, видите, то есть нету стабильного флага, так называемого. То есть здесь вот подворачивается дым. Видите, то вверх его поднимает. Вот в другую сторону теперь начинает поднимать. Хотя ветер все время стабильно, вот я сейчас чувствую, отсюда несет. Видите, вот сейчас вот начинает вообще туда затягивать. Видите, вот пошел дым. Начал видео снимать сюда, дым шел. Болтанка такая. И вот сейчас видно, как закручивается дым по спирали. Смотрите, наверх вот аж туда пошел дым. То есть, что здесь происходит? Здание и кровля. То есть, трубу надо как минимум поднимать. Сейчас вроде пошло нормально, видите, вот. Трубу хотя бы на метр минимум надо поднять. И вот, друзья, как вы считаете, зону ветрового подпора надо брать от конька, ну хотя бы от этой части, 45 градусов вот так вниз проводить. И вот эта труба должна торчать выше вот этой линии. И тогда никакой ветер, с какой бы он стороны ни дул, он не будет взаимодействовать с этой зоной ветрового подпора. Ну, в принципе, так работает. Все отлично. Вытягивает. Главное, что труба, что дым вытягивается и выходит из трубы и улетает в сторону. Была бы эта печка, друзья, она бы 100% дымила. Так что вот такой вот эффект удалось мне запечатлеть. Видите, сейчас опять пошло все. Флаг как бы нарисовался, но все равно видно, что вот подкручивается там. Буквально еще метр вверх, и вообще будет все зашибись. Так что вот такой вот видос. И вот, друзья, если вы где-то встретитесь с такой же подобной ситуацией, да, увидите, посчастливится вам увидеть вот такой вот эффект, то тоже снимайте видео, будет в копилочке канала «Пламя», кому-то будет полезно наглядно. Кто-то, допустим, собрал барбекю, и у него такой вот эффект получается, да. Наглядный пример всегда лучше, чем... Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Он сейчас вообще с другой стороны начал крутить. Вот видите, вообще туда теперь пошло. Это вот такая болтанка. И вот вы видите, сквозняка как такового, ветра особо не наблюдается. А дым очень сильно реагирует на малейшее перемещение воздуха. Вот смотрите, листья вот прямо на ветке стоят. Не шелохнуться, как говорится. Вот и дым пошел, видите, вообще непонятно, никуда не пошел. На месте вываливается. Так что, друзья, у кого есть такая возможность снять подобный видеоролик с таким вот эффектом, присылайте на канал «Пламя». Будем смотреть и изучать все вместе поведение дыма в таких вот сложных местах, как видите, вот большое здание, крыша и низкий дымоход. Все. Желаю вам здоровья, успехов в делах и до новых встреч на моем канале «Пламя». Пока.